Терамобил. Нефтекамск. Янаульская, 1А. Телефон 236-88. Рука мамы, короткий шаг и неуверенная поступь. Пока маленький Радим Ибрагимов передвигается только так. Ходить мальчик не может с детства. Причина – ДЦП. Этот диагноз врачи озвучили, когда ему было год и 3 месяца. Сейчас Ибрагиму 7 лет. Он учится в 1-м классе и мечтает однажды пойти на самый обычный урок физкультуры. Мне бы хотелось, как всем, тоже играть. Родные Радима не отчаиваются. Мама уже сама освоила технику массажа ног. Регулярно вместе с сыном посещает врачей и различные медцентры. Ведь им дали надежду. Мальчик однажды пойдет, если не отказываться от дальнейшего лечения. Врачи сразу сказали, что если будете стараться, будете каждый раз в год 3-4 раза лечиться по центрам, у вас хорошие результаты, сказали. Он будет ходить он будет бегать и прыгать. Как здоровый ребенок. Параллельно с учебой Радим уже прошел 4 курса лечения в специализированном медицинском центре в Челябинской области. Они дали отличные результаты. В последнем курсе медицинского центра Сакури у нас Радим вообще отличные результаты. Он начал самостоятельно делать свои первые самостоятельные шаги и начал немножко стоять без поддержки. До этого мы вообще не умели и стоять, и ходить. Теперь необходим 5-й курс лечения, однако денег на него в семье уже не осталось. Ведь в среднем каждая поездка обходилась в 180 тысяч рублей. Поэтому семья объявила о сборе средств в своей группе ВКонтакте. Теперь вы можете перечислить денежную помощь мальчику по указанным ниже данным. Возможно, вместе нефтекамцам удастся осуществить мечту мальчика, и однажды он будет ходить на уроки физкультуры, как и все обычные дети. Лариса Миронова, Денис Кузнецов, информационная программа «Время новостей».